Жаня Эдемага Бекирова до 12 июня 2019 года. Значит, на судебном заседании мною заявляли ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Эдемага, значит, прокурор и следователь были против. Значит, кроме этого, мне передали родственники Демага договор аренды жилого помещения. Помещение находится в центре города, в Симферополе, возле нашей мечети, и между мечетью и церковью святого Петра и Павла. Я просил об этом, почему? Потому что на предыдущих продлениях, когда мы предоставляли документы родственника Рузета, поселок Зуя, прокурором говорилось о том, что домашний арест невозможен, так как домашний арест невозможно осуществить по месту поселок Зуя Белогорского района. В настоящем продлении были обеспечены все необходимые документы, согласие собственника. И все необходимые документы мной были предоставлены. Кроме этого, я предоставил суду медицинские документы, подтверждающие его тяжелое состояние. Суд был непреклонен. Продление все-таки состоялось до 12 июня. Также мой подзащитный указал, что он сейчас, на данный момент, у него очень плохое состояние здоровья. Пятые сутки он находится один. Человек, которым находился с ним вместе, там так называемый Дмитрий, ушел по этапу, и вот уже 5 дней он находится один. Хотя следственный изолятор, зная об этом, все документы мною предоставлялись, он инвалид первой группы, и там указано в его инвалидной справке, что постоянный уход, он не может находиться один. Как говорит мой подзащитный, что даже если станет плохо, даже никто не узнает об этом. Вот такая ситуация имеет место быть. Я, естественно, буду подавать апелляционную жалобу на это постановление. У меня есть трое суток. Подам обязательно апелляционную жалобу. И уже в апелляционной станции будем обжаловать это решение, с которым мы не согласны.